Perfect.
В общем, друзья, вот такая вот классная идея из пистолета для пены. Сделать удобный держатель для графитового электрода и с помощью нее варить тонкий металл. Получается что-то наподобие TIG-сварки. Интересная задумка, на мой взгляд. И главное, что она работает. Сейчас я вам еще раз покажу вот этот шов, который практически такой же, как у TIG-сварки. Единственное, что нужно, просто набивать руку, чтобы шов получился четкий и красивый. Но и играться с регулировками тока на сварочном аппарате. Вот и все. Для этого можно использовать обычный сварочный аппарат, который варит электродами. И вместо держака для электродов сделать вот такой вот импровизированный пистолет для TIG-сварки. Ну вот еще раз давайте посмотрим. Сварилось прям просто. Просто классно. Вот видите, я гну. Ничего не ломается. Вот. Ничего не трескается. Держится все четко. То есть это идет провар двухсторонний. Прям как у TIG-сварки. Как-то так. Я считаю, что для мелких домашних нужд вполне классный вариант. И не нужно покупать газ, аргон. И не нужно покупать специальную TIG-сварку. Как говорится, все элементарно и просто. Кому понравилось видео, не забывайте поставить лайки, подписаться на канал. До скорых встреч. Пока-пока.